Russia, Russian good. Россия. My name is Ivana. Oh, nice, good name, good name, good name. My name is Ilyas, Ilyas. Yes, good name. Nice to meet you. Can I play for you on guitar, okay? Yes, good. I love it. And now you're back. You don't have to get me back. I will sing you are. I run living scars. Collecting you child of hurt. Come on, you can. I don't know what is the song, but you have a very nice voice. Give me your number. Give me your number. Друзья, всем привет! Спасибо большое за 16 тысяч подписчиков. Давайте сделаем 17 тысяч. Подписывайтесь. Наконец-то я добрался до американской чат-рулетки. Посмотрите это видео до конца, и если вы захотите видеть этот формат в иностранной чат-рулетке, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. Hello! Привет! Вот так вот! Вы русские? Да. Откуда вы? Из России, я так понимаю. Почему у меня там стоит написано, что я соединен с собеседником из США? Мы не с России. Откуда? Мы с США, Лос-Анджелес. Воу, круто, круто. Учитесь там. Блин, это, наверное, круто вот взять, переехать с России в Америку. Да. Прикольно. Что сыграть для вас? И без разницы. Мне тоже как бы. Охуеть. Сколько ты играешь на гитаре? 17 лет. Ну, понятно, со своим стажем год, блядь. Я за свои 17 бы так не смогла бы играть, если бы играла всю жизнь на гитаре. А тут дело просто в том, чтобы выкладываться по максимуму, в том, что тебе нравится. И все. Что за ногти такие чернющие, длинные, как это просто какие-то семечки огромные на пальцах? Ты теперь у нас почка с семечками. Еще раз удачнее по плечу я тебе ёбну. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, как это интересно наблюдать за русскими в Америке. Они точно так же разговаривают между собой, как и в России. Вот будем в своей России с нюхачами гулять. Ты сама не русская, рот ты закрой свой. Так, 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 все, это российские ссоры, это типичные на кухне пошли. А сколько у тебя подписчиков? Ну там 15,5 тысяч. Немного, немного. Но это немного, ребят. По меркам Ютуба это вообще ничего. Вот. А? Я Ильяс Бекеров. Бекиров, да. Ильяс Бекеров. Бекиров, Бекиров! Вспомнил школу. Hello! What's up? Good, good, good. Where are you from, man? Texas. Texas. Yeah. Hey, I'm from Russia. I'm from Russia. What is your name? Ricky. Ricky, oh, good, good, good. My name is Ilyas. 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 Ilyas, yeah. Can I play for you on guitar? Can I play? Yeah. Okay. Yeah.
That was hella good, man. That was hella good. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Where are you from, guys? America. Oh, good, good, good. I'm from Russia. I'm cool. My name is Ilyas. Ilyas. Ilyas? Yes, 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 yes. I'm Gabe. Game? Gabe. Game. Yeah. Yeah, good. Good name, good name. Can I play for you? Yes, please. Okay. Wow. Wow, that was awesome. Thank you, thank you, thank you, Kane. Thank you, thank you. Where are you from? We're from Indonesia, my friend. Oh, I'm from Russia. Russia. Yeah, I know that as well. I can play a song of Metallica. Oh, okay. Give it a try. Nothing else matter. Give it a try. Do you want I play solo of this song? Solo. Mm. Mm. There's nothing else matter. A big love from Indonesia, my friend. Yeah, yeah, thank you. Thank you, man. Goodbye. Brazil, Brazil, Portuguese. Yes, 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 yes. I'm from Russia, 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 Russia. Russia, Russia. Yes. Russia. Yeah, yeah. My name is Ilyas. 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 Yes. Ilyas. My name is Andressa. My name is Yasmin. Luisa. Luisa. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Can I play for you? Talk. Titanic. Я живу в Лас-Вегас.
Круто. Дабы не быть голословным, сейчас, я как раз подъезжаю к Лас-Вегас Бульвар. Я сейчас буду по нему ехать. Да, ну не по нему, а через него, я имею в виду. Да. То есть ты сейчас будешь проезжать там, где вот эти вот из фильмов крутые виды, да, где там деньги просаживают, да, вот это вот все. Вот оно самое, да. Вот. Круто, очень круто. И на самом деле, знаешь, ну, да, понимаю, круто, я осознаю, круто, потому что 10 лет назад я еще не помышлял о том, что я уеду в Штаты. То есть ровно 10 лет назад я в это время... А, я еще был женат, да. Вот, да, я вообще не помышлял об этом. Вот. И принял решение, буквально 5 минут с Будуна, с просони, то есть вообще в полуадекватном состоянии, я решил что-то поменять в жизни. За 5 минут принял решение, потому что у меня была в детстве мечта уехать в Штаты. Вот. Ну и за, так скажем, ну сам знаешь, там 90-е года, я там с мамой, мы вдвоем с мамой жили, как бы куда она поедет. Вот. И все как бы. И я решил, а что, я же когда-то в Штаты хотел уехать. А что мне сейчас мешает? Вообще ни хрена не мешает. Я только развелся месяц назад, Вася. Все нахрен. Собрал манатки, через 4 месяца был в Ростове. Ну, я из Ростова, я был в Штатах, в Нью-Йорке. Я с Волгограда. Да? Да. Откуда ты? Волгоград, Россия. Волгоград. О, да, я там был, кстати, пару раз. Прикольно, прикольно. Блин, насколько разные судьбы у людей. Я за 5 лет жизни, ну 6 лет получается жизни в Лас-Вегас, я потратил около 3 штук баксов на штрафы. Да? Офигеть. Да. 3000 баксов. Я даже не хочу переводить это в российские деньги. Да обидно, ну блядь, обидно. А чё, слушай, ну они прям жесткие, как в фильмах, да, такие полицейские? Да. Такие в случае чего могут на тебя пистолет направить, электрошокер ударить? Какой нахуй электрошокер, блядь, застрелят нахуй, если ты что-то неправильно будешь делать, и все. И потом им на следующий день если, ордена если, то, что убили. Да, если, допустим, там, ну, ты, да, по-английски, да, там, ну, турист, грубо говоря, там, приехал в Штаты, там, сел за руль и поехал, и там что-то, ну, допустим, тебя тормознули, неважно за что, похуй вообще. И если вдруг там останавливают, вот лучше сразу кричать, I don't speak English, I'm just... Tourist from там Russia, допустим. Uh-huh. That's it. Потому что если ты не будешь следовать указаниям, которые они тебе дают, то есть если ты не будешь понимать реально физически просто, да, то ну, у них есть все права тебя пристрелить нахер. Потому что хер ли ты не действуешь по указаниям. Друзья, на этом все. Мы с этим человеком еще очень долго разговаривали. От себя могу сказать такой вывод. Если вы живете в России и думаете куда-то уезжать, уезжайте. С его слов еще никто не жалел. Если тебе понравился выпуск, ставь лайк, пиши в комментариях, кто тебе больше всего понравился из собеседников. Пока!